Привет, криптоманы! С вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты Unimax Finance Airdrop. Unimax Finance – это новое поколение централизованного обмена, основанного на сообществах с реальными экосистемами. Это у нас очередной обменник, есть ссылочка. Сейчас это бета-версия, можете перейти ознакомиться. За участие в Airdrop мы получаем 15 токенов Unix и 5 токенов за каждого приглашенного. И только первые 50 тысяч участников получат токены. Раздача токенов намечена на 15 декабря 2020 года. Чтобы получить свою реферальную ссылку, вы просто копируете ссылку в браузерной строке, вставляете ее, к примеру, в текстовый документ и вот здесь вставляете свое имя пользователя в Телеграме, и это будет ваша реферальная ссылка. Есть адрес контракта токена. Давайте перейдем, посмотрим. Нажимаем вот здесь. Вот данный токен и общее количество токенов 5 миллионов. Здесь, скорее всего, опечатка. С 23 по 25 ноября будет пресейл, приватная продажа токена. Цена составит за один токен 8 центов. И открытая продажа будет с 26 по 8 декабря, и цена токена уже будет 12 центов. Есть также ссылка на их официальный сайт, можете перейти и ознакомиться с проектом. И ниже находятся задачи, которые мы должны будем выполнить. Вначале мы присоединяемся к Telegram-группе и оставляем комментарий о проекте. Далее присоединяемся к Telegram-каналу и в форму мы вставляем свое имя пользователя. Следующая задача – подписаться на страницу в Фейсбуке, поставить лайк, комментировать, делиться закрепленным постом и отметить двух друзей. Давно уже я такие задания не выполнял, пришлось вспомнить. Итак, вы перейдете по ссылке. Здесь мы нажимаем «Нравится». Так, вот прикрепленная публикация. Ставим «Нравится». Комментируем, после этого нажимаем «Поделиться», и «Поделиться» обязательно доступно всем. После этого переходим к себе на страницу, нажимаем на аватарку, вот эта публикация. Здесь мы нажимаем на три точечки «Редактировать публикацию», и здесь вот нажимаем сюда «Отметить друзей», отмечаете двух друзей своих, отметили, нажимаем «Готово». И нажимаем «Сохранить». И в форму мы отправляем ссылку на свой профиль. Копируете ее в браузерной строке и вставляете в форму. Следующая задача. Подписываемся на страницу в Твиттере, ставим лайк, комментируем, делимся прикрепленным постом и отмечаем трех друзей. Как отметить друзей, я уже показывал неоднократно. Давайте покажу еще раз. Перейдете по ссылке. Здесь нажимаем «Читать», вот этот закрепленный твит. Здесь нажимаем «Лайк», «Ретвит», открываем сообщение. Здесь пишем комментарий, и после этого нам нужно будет добавить сюда трех друзей. Для удобства дублируем страницу Твиттера. Это мы закрываем. Переходим в свой профиль. Нажимаем «Читатели», и здесь нам нужно будет скопировать имя пользователя. Вот наводите вот так на имя, здесь копируете, возвращаетесь сюда на страничку и вставляете имя пользователя. Итак, добавляете еще два и нажимаете «Ответить». В форму мы отправляем свое имя пользователя в Твиттере. Теперь вставляем свой адрес эфириум кошелька Miser Wallet, MetaMask, Trust Wallet или любого другого кошелька с поддержкой ERC-20. Здесь будет находиться имя пользователя, кто вас пригласил. Опускаемся ниже и нажимаем «Отправить». Все, ответ записан. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, и помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!